посмотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Смотрим на состав Наполи. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Игра началась, смотрим. Аллан. Судья назначает штрафной, карточка вряд ли посмотрит. Опасно могло получиться, но никто до мяча так и не дотянулся. Навешивать надо. Есть шанс выйти вперед. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков, но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече.